Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома, сегодня будем играть на сервере. Как думаете, каком? Да, это Kaboom 2.0, а именно Sky Factory первый сервер. Видите, какой красивый булыжник, я уже в принципе в прошлой серии говорил, что шейдерами играть ну реально классно, да и во всех сериях, наверное, я говорил, что шейдерами играть классно. Но, смотрите, я что узнал, разузнал, можно вот такую тему, это у нас пыль древесная, да? Ее можно вот так вот ложить, и из нее получается земля. Это очень и очень круто. Поэтому давайте так же сделаем. Единственное, что минус, у меня не получается ее за раз всю срубить, то есть моментально. Так, это что? О, это лучик солнца, нифига себе, как красиво. Классно. То есть, вот молот, я по идее с сжатой кнопкой Е должен все сразу срубить. Но происходит так, что ничего не происходит. Поэтому придется просто вот так молотом ломать. И видите, он очень долго ломает, это странно. Хотя это обсидиановый молот. Ой, он должен очень быстро, по идее, ломать. Это я правую кнопку мыши поставил, если что, дерево. Вот, то есть он как бы должен очень быстро ломать, но он почему-то так не ломает. То есть давай, опять зажму кнопку Ё. Давайте. Оп, видите, он ничего не сломал. То есть давайте попробуем с обычным молотом так сделать. Потому что... довольно-таки странно, почему... Вот этот обычный молот алмазный. Вот так вот, оп. Сжатой кнопкой Ё. Да, тоже не работает, но он хотя бы быстрее, видите. То есть обсидиановый молот, он как-то... медленно это все делает. Давайте пока что будем алмазным. Может, конечно, как-то им нужно по-другому взаимодействовать, но вот так получается. В общем, ломаем мы дерево таким образом, так как его у нас очень и очень много, и мы можем себе позволить сломать таким образом дерево. Берем эту пыль древесную, и что делаем? Мы просто загружаем в такие бочки. Кстати, если у нас есть железо, если у нас есть железо, походу его нет, кстати. Так, кит пропишем, кит. А, ну хотя я могу прописать, но у меня места нет, поэтому не будем прописывать. Так. Нужно железо, его что-то у нас нет, почему-то как так. Как, дорогие друзья, так. Так, а тут? А тут у нас, кстати, провода не хватает, чтобы она просеивалась автоматически. Железо, вот, очень мало ее. Странно. Тут, видите, провод нужен еще. А его как-то делать надо, труба для передачи называется. Так, труба. Труба для передачи. Вот она где-то. Вот она. Нужно что? Нужно каменная плита, стекло, редстоун. Отлично. Каменная плита. Это мы берем булыжник, обычный самый, который можно везде добыть. Ложим сюда. Каменная плита у нас. Что там? Стекло и редстоун, да? Да, стекло и редстоун. Ну, стекло мы, в принципе, добудем. Вот песок. А редстоун... а редстоун у нас, к сожалению, нету. Поэтому что мы делаем? Мы, во-первых, опять возьмем землю и загрузим сюда пыль древесную. Вот таким вот образом. А далее, что мы сделаем? Мы, во-первых, возьмем землю. Можно ее куда-нибудь поставить будет, но пока не нужно. Вот сюда, например, кстати, поставим вот таким вот образом. А дальше, что мы возьмем? Так, возьмем булыжник, опять же. Вот, и возьмем этот хаммер, спроцессируем его на булыжнике. Вот так вот построим все это дело. 3 на 3, допустим, да, очень высоко. Ну, не очень высоко. Хотя бы полстака переделаем, наверное. Полстака. Вот так вот, полстака. И сжатой кнопкой Ё сломаем хаммером. Ну да, он, конечно, копает, видите. 3 на 3 он копает. То есть он все-таки пофиг на букву Я зажатую. Он копает просто 3 на 3. Окей, ладно, берем гравий. И вот так вот ставим опять же всю эту тему интересную вверх. Нам нужно до редстоуна. Это значит то, что нам нужно добиться даста, то есть пыли. Это пыль в переводе на русский язык. Поэтому давайте превратим гравий в песок, а потом в самую обычную пыль. А видите, опять хаммер перестал копать это все дело. Поэтому все-таки давайте вот так сделаем. Все-таки проблематичная это довольно-таки тема. Так, песок. И теперь из этого песка делаем даст. Так, у меня, кстати, вот эти вот штучки, крылья, они дают высокий прыжок, и это очень классно. Очень и очень классно. Спасибо огромное тому челику, кто мне подарил такие вещи. Это, кстати, у меня в выпуске есть, по-моему, в одном из выпусков. Давайте вот так вот доставим. Вот так вот. И зажатой кнопкой ее вскопаем. Все, отлично. У нас есть даст, пыль. А эту пыль мы что делаем? Мы берем и крафтим из этой темы сжатый кусочек, собственно говоря, пыли.
и просеем мы его в этой просеялке. В принципе, это несложно делается, не так уж и долго, как вы могли заметить. Но у меня уже не хватает, кстати, места в инвентаре. Чтобы его освободить, нам нужны сундуки, конечно же. Давайте я, не знаю, что даже выложить. Таблички, наверное, выложу. Кузнечный молот, он мне пока что не пригодится. И таумометр с этой фигней, я не знаю, что это. У меня просто в ресурс-паке русского языка нет. В чате есть, а вот в РП, видимо, нету. Так, давайте вот так вот доделаем, перекрафтим. Перекрафтим, точнее, перепросеиваем, не знаю, как это сказать. А вот эти кусочки мы ложим сюда. Сюда таким вот образом. Все остальные кусочки, наверное, сюда. О, светопыль. Это поднимем. Все, у нас теперь есть редстоун. Теперь он у нас появился. Это ложим сюда, отлично. Сюда куда-нибудь. Так вот, и у нас есть огненный порошок. Мы его тоже выложим куда-нибудь. Отлично, у нас есть всего лишь один редстоун, но этого на какое-то количество хватит. У нас есть что, песок. Песка у нас нет. Песок я, к сожалению, потерял, можно сказать. Давай тогда сделаем вот так вот. Этого должно хватить. Оп, гравий. Гравий. 12 гравия. Так. Все, теперь у нас есть песок, его в переплавлялку ложим. Очень долго плавится, но пофиг. Так, и сейчас мы получим стекло и скрафтим наконец-то один провод. Одну трубу, надеюсь, нам хватит соединить. Надеюсь, там не одна всего лишь падает. И тогда у нас будет работать эта схема автопросеивания. Так, все, мы можем скрафтить уже. Переходим к самому крафту, нажмем на R. Буквы нажмем на вопросик с шифтом. Не получилось, отлично. Тогда, нам надо плит скрафтить, точно, у нас же плит нет. Поэтому крафтим плиты. Все, и теперь со знаком вопросика нажимаем на вопрос, со знаком вопросика, зажатым шифтом нажимаем на вопрос, и все. Все, у нас получилось 8 труб, вот так вот делаем. Вот так вот. И это у нас что? Это у нас передача лавы. Передача лавы нам не нужна таким образом. Нам нужна передача булыжника. Поэтому так вот делаем, соединяем все это. Вот так вот непосредственно. И теперь на сюда должен попадать булыжник. Только у нас долго будет попадать туда, но неважно. Ну, как говорится, неважно. Угу. То есть сюда у нас не берет. Надо другую просто скрафтить. Узел передачи другой. На самом-то деле потом. Который будет не вот такой вот, а наоборот один будет стоять, и он будет сам искать и высасывать лаву. Но это уже потом, думаю, мужитель на острове сделает, да? Я надеюсь, он посмотрит этот выпуск. Так, ну, криперочек. Сейчас мы сольем. Вот так вот, изи. Это выкинем, нам не нужно. И трубы. Я бы получше поставил, конечно. Давайте получше поставим. Так, это у нас что? Давайте вот так вот сделаем. Через верх. Раз уж на то пошло. Все, отлично. И теперь у нас делается. Кстати, очень быстро делается. Да, нормально. И у нас обрабатывается ресурс. Все отлично. Сейчас их перекрафтим все. И положим в печку, конечно же. Куда еще, в принципе, это дело все можно положить. Так, сюда. Так. Сюда. Еще. Так, еще. Так, отлично. Медь у нас сразу перекрафтится окончательно. И, конечно же, оловянная руда тоже. Отлично, все. Дальше у нас места нет, нужен сундук. Давайте скрафтим сундук. У меня постоянно забит инвентарь, это, конечно, мне не нравится, но что поделать, ребята, что поделать. И, к сожалению, у нас дефицит ресурсов, это очень печально, когда у нас дефицит ресурсов. Так, нам нужен будет ключ, кстати. Значит, труба будет передавать булыжник в сундук. Этого бы мне не хотелось, конечно. Этого бы мне не хотелось. Надо труба, ой, трубу, ключ, ключ специальный. Так, может быть, подойдет этот ключ железностроителя. Попробуем понажимать. Не, он не подходит. Печально. Опа, что это такое? Что это такое? Это тебе поставить, что ли, можно? Ёлки-палки, прикольно. Сейчас у нас все дерево срубится, ё-моё. Вот так вот сделаем. Железностроителя. Прикольная тема. Сразу по 3 блока ставить, да? Да, по 3 блока ставить, слушай, круто. Очень круто. Сейчас мне челики стопудово будут резать давать, а у меня места в инвентаре нет. О, елки-палки. Ну или просто по фану ТП ходится. Надеюсь, что по фану, потому что у меня правда нет места.
Это просто капец лютый. Обсидиан Хаммер, я не знаю, ну, выложим, короче, сюда Обсидиан Хаммер. Отлично, дальше. Резину мы тоже выложим, пока что нам не нужна. Жемчуг Эндера тоже не нужен. Что нам еще не нужно? Камень, наверное, не нужен. Жезл, опять же. Любовное стекло мне дали. Дал модератор. Да, так. Дальше что мы берем? Это мы переплавили, отлично. Кстати, почему-то у нас печка замыленная. Странно, почему она размазанная, ну ладно. Это шейдер что-то замыливает печку. Окей, так, ложим сюда ресурсы. Так, ТП-отцеп. ТП-отцеп, так, делаем, собственно говоря, перекрафчиваем в руду таким образом. Ложим, блин, опять она размывается. Елки-палки. Дальше. Что мы делаем? Мы берем пыль деревянную, закладываем сюда. Там что-то пишет минус сервер, хотя почему минус сервер, если все работает? А странно. Странно, конечно же, да. Опа, нифига себе. Лейка. Да, это прикольно. Это можно, смотрите, с помощью лейки можно, короче говоря, я знаю, можно поливать деревья, смотрите, вот так вот, и они будут быстрее расти, короче. Огород, ну, деревья, все что угодно можно поливать, в общем, зажимаем правую кнопку мыши, и оно должно быстрее расти, по факту. Но что-то дерево не хочет быстрее расти почему-то. Не очень хочет. Да. Ладно, давайте тогда вниз, может, внизу вот эти вещи быстрее вырастут. Это точно должно быстрее вырасти. Да, смотрите, вырастает моментально, смотрите. Оп-оп-оп, вот это реально работает, лейка, очень классно. Очень классно, на самом деле. Вы сами видите, то есть это все быстро вырастает. Очень-очень быстро вырастает. Спасибо за лейку, чувак, ты попал в ролик. Спасибо за лейку. Чувак там нам деревья понавырастал. Тоже огромное спасибо за помощь. То, что он shift понажимал. А дальше, вот эти ресы мы ложим сюда в сундук. Вот так. И не паримся абсолютно. Так, дальше вот это загрузим сюда. Загрузим сюда. Я, короче, хочу автоматическую систему сделать, это, чтобы земля автоматически делалась, но для этого, конечно же, нужны определенные вещи. Например, нужно воронку, которой у нас нет, у нас железа нет на воронку. Поэтому, да, поэтому, ребят, печально в этом плане, конечно же. Нам нужно железо на воронку. У нас есть 3 кусочка земли, что я с ней сделаю? Я, ребят, элементарно сделаю, я просто вот так поставлю. Надо будет дальше землей застроить это все дело. И решить с этим проблему. Для этого нам нужен ключ. Ключ нам нужен, наверное, любой. Ключ. Наверное, любой вообще абсолютно. А такой тоже подойдет. Давайте скрафтим бронзовый ключ. Я думаю, труда это нам никакого не составит. Берем медь, берем олово, берем верстак. На верстаке выкладываем одно олово и столько меди, и у нас ничего не получается. Отлично. Почему? Потому что, видимо, тут крафт усложненный. Ключ. Странно. Как он... ё-моё, отстой полный. Не будем тогда крафтить из этого мода ключ. Вот тут же дорого крафтится. А тут тоже дорого. Капец, у нас нет ресов на ключ. Капец полный. Очень дорогие крафты, конечно, ну ладно. Ну, в принципе, ладно. Тогда как мы это сделаем схему с печкой? Мы, наверное, знаете, как сделаем? Мы, наверное, уберем воронку, уберем сундук отсюда. Дальше спилим вот отсюда механизм сам. А механизм поставим куда? Механизм поставим вот так вот, наверное, так. Слева у нас прием энергии. Получается, направо он будет выдавать ресурсы вот сюда. Надеюсь, без воронки он будет выдавать, да? Или не будет? Надо попробовать. Допустим, вот так сделаем. Сможет ли он выдать уголь направо? Посмотрим. И воронку сюда убираем и ложим сюда сундук. Надеюсь, он будет принимать сверху автоматические ресурсы. Да, смотрите, выдает, отлично. И можно ли отправить таким образом вещь? Так. Не, он не может из сундука брать вещи автоматически, но... Давайте тогда поставим воронку, наверное. Не наверное, а точно. Таким вот образом. И поставим, конечно же, сундучок вот таким вот образом. Вот воронку выронил нечаянно, и все, теперь сюда мы можем ложить ресы, они будут перекрафчиваться. Только мы сначала уберем вот так вот, сделаем вот так, все отлично, и теперь все работает. Отлично, да, дальше вещи. Так, у нас куча стекла есть, ну, пока нам не нужно, воронку тоже убираем, пыль тоже убираем, берем эту пыль деревянную. Что там пишет челик, тебе показать, как тебе автоферму земли? Я знаю,
Просто нет железа для воронок. Вот так. Или не воронки там нужно. Там что-то... Ну, короче, там нужно присоску, да. Нужны присоски. Вот так вот. А давайте сейчас заставим. Так. Оставляем эту тему. И все. Давайте теперь... У нас две земли еще, кстати, появилось. Это круто. Знаю. Но тогда нужны присоски. Так, ставим. Далее мы что делаем? Мы берем еще, в принципе, дерево. Видите, на 14 штук, в принципе, дофига довольно-таки. Вот так вот ставим это все дело. Так вот. И зажатой кнопкой ее ломаем. Отлично. А, не работает зажатой кнопкой. Ну ладно. Поодиночку тогда ломаем вот так вот шифтом. А чтобы не упасть. Хотя высота маленькая, что тут падать? Ну вот так. Так. Отлично. Так, ага. Так, конечно же, подарки можно делать, ребят. Если хотите, то можете делать подарки. Я, в принципе, мешать в этом плане не буду. Давайте, кстати, руду выложим сразу же. Вот таким вот образом, потому что кучу руды с собой таскать такое себе дело. Так, теперь еще раз положим сюда вещи. Так, что тут челик пишет? Узлы. Сделай на листве воду. Сложно. На листве земли, ну такое, нужно ножницы, чтобы листву фармить. Это сложно, понимаешь, сложно. Так, это у нас есть. Уголь, кстати, выложим, хотя можем куда-нибудь потратить его, хоть или не можем, фиг знает. Но у нас теперь есть крутая автоматическая печь, это, конечно, не может не радовать. Стамеску мы выложим тоже. Вот так вот. Отлично. Гравий возьмем, даст возьмем. Это у нас, ребят, в сундуках реально мешается, поэтому выкинем. Выкинем пока что эту тему. Все отлично. Ну вот такой получился коротенький выпуск, ребят, или не коротенький. Всем огромное спасибо за просмотр. Если будет много лайков, то выпуски будут выходить намного чаще, поэтому не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии. Пишите идеи, предложения, осуждения. Все пишите в комментариях. Всем удачи. Пока-пока.